Всем привет, с вами канал Артмания. Погадала на кофейной гуще, как всегда, каждое утро. Не знаю, по-моему, это сердечко на бок. Обычно у меня сердечки, платье, мороженки всякие. Вот сегодня у меня сердечко на бок или что это такое, не знаю. Ты тоже не знаешь, что это такое? И я не знаю. Хотя через камеру похож на смайлик. Дима, крышку на место положи. Положи крышку на место, а зачем ты ее взял? Мы тут готовим, у нас готовка во все идет. Тут картошка, тут я уже свеклу почистила. У нас тут нож тебе точно не нужен. Да, так вот мы. Тут я тушу. Сковородку брать мне не захотелось, мне стало лень. Еще грязная сковородка тут у меня будет до балки стоять. Вот я ее тушу. Тут с водичкой, без водички, там по-всякому. Так я делаю, кстати, первый раз. Я слышала о многом, что так делают. Да, да, Дима тут взялся опять перебирать. Тут у нас куриные голени 4 штучки. Вот. Ну, тут вот я слишком много воды налила, немножко вылила сюда обратно и отсюда добавляю. Здесь у нас сушится уже новенькая. Сушится базилик у нас. Очень, кстати, он ароматный. Весь. А вот тут, по-моему, вот он высох. Я буду покупать специальные баночки. Поднимите чуть-чуть. Вот тут у меня тоже разные специи. Но у меня сейчас нету баночек. Нету времени заказать их в интернет-магазине, потому что у нас скоро снова поездка. Уже через неделю после этого видео выйдет, не знаю, как же она там. Вот. И мне просто нету времени заказать. И денег сейчас тоже нет на это. Там глазки сгорели. Вот, еще добавить немножко. Вот так мы ее тушим. Мне рассказывала о таком рецепте бабуля, то, что надо тушить. Рука трясется. Вот. Так вот она сейчас немножко еще потушится. И я буду заливать воду, класть туда курицу, буду варить. Потом я добавлю морковку, картошечку уже там, когда курица сварится, потому что картошка слишком быстро может свариться. Вот. Тут маленький ангелок сидит у меня, да? Мальчик с ангельской внешностью. Я его теперь так называю. Я еще, знаете, вот что думаю? Может быть, мне канал переименовать? Через дефис еще подписать мама ангела. Да? Покажи свою мордашечку. Покажи. Зайчик. А? Так, сейчас мы будем тут резать картошечку. Да, у нас сегодня будет борщик. А, у нас знаете, что еще будет? Я в борщ всегда добавляю листочки. Ну, это самый-самый прям конец. Листочки свеклы. Вот еще, почему я борщ стала делать. Бабуля мне их отложила. Кстати, очень-очень вкусно. А на вкус они немножечко соленоватые такие, но обалденно вкусно. Из них еще можно, по-моему, добавляла в щи. Потому что листья... Господи, какие листья? Я забыла, как они называются. А, листья щавеля, они у нас на даче не растут. А бабушки их продают всегда почему-то очень дорого. За маленький-маленький пучочек там чуть ли не 100 с лишним рублей. Не знаю почему. Вот. И так вот хорошо растет у свекрови. Он какой-то якобы у нее там сибирский. Вот. Кстати, вот морковки. Это уже свежие морковки. Их я тоже сейчас буду добавлять попозже немножко. Тут у нас, кстати, бананы. Папа Димина купил кучу бананов. Дима любит. Вот Диме бананы. Вот, каждые выходные он отдыхает. Не рабочие дни. Мы на даче, а он здесь отдыхает дома. Ему покупают всякие бананы, накупит. У нас и так было 2, он еще принес. Дима любит, пускай кушает. Пока я на работе, пускай он кушает бананчики. А вот. Что ты тут тоже делаешь? Что ты делаешь тут? Да. У нас жарище еще. Тут, кстати, очень жарко. Ладно, я сейчас это доготовлю и потом вам еще поснимаю. Вот, смотрите, у меня вот такой мешок, где все мои специи лежат. Насчитала где-то 25-26 баночек
разных специй. Я очень люблю специи. Но вот как вот мы переехали, они вот были сложены, они вот так и остались. Вот там здесь гвоздика. Она еще не открыта, значит, другая у меня, наверное, была, да. Я открывала. Да. Ай, ты мне на ногу наступил, Дима. Здесь тоже желе вот всякие. Всякие такие, чтобы готовить. Здесь, кстати, печенюшки, которые в фикс-прайсе покупала. Я из них тортики делаю. Там мак. То есть вот оно все. Еще, по-моему, где-то у меня должно быть. Вот так вот у меня сложно. Мне так очень-очень не нравится. Потому что начинаешь, идешь опять этот мешок, берешь, начинаешь искать. Это время. Вот. И буду брать маленькие баночки. Сейчас покажу, какие. У меня тоже вот есть часть специй. У меня уже здесь лежит. Тут что? А, ну вот у меня еще часть, да, ванильный сахар здесь. Корицу вот я в Ашане покупала. Есть такие вот баночки. Мне очень, кстати, они понравились. Они довольно большие. Вот эти вот крышечки я очень люблю. Есть с пластмассовыми, а есть вот с такими вот металлами, ну, под металл, что ли, не знаю, что там, крашеные, может быть. Мне они понравились. Буду брать такие баночки, но я буду брать в Галамарте по 26 рублей. Вот, я не смогла найти в Галамарте свой, то есть я не смогла зайти, почему-то меня не пускает. Вот, кто там у меня копошится? Да, сейчас рассыпешь. Вот, не смогла зайти, не смогла заказать уже несколько раз. Не дает он мне входа, придется регистрироваться заново, поэтому вот я не могу никак. Ну и сейчас денег особо лишних нету, потому что мы откладываем на поездку вторую нашу. Да. Ты решил все показать. Ну давай покажем. Гвоздика вот здесь у мамы. Она очень, кстати, ароматная, мне очень понравилась. Розмарин. Зира. Да, зира, по-моему, я тоже добавляла, вот, наверное, вторая. Вот тут у меня базилик. Базилик, кстати, мне вот это вообще не понравилось. Здесь что? Куркумин, тоже зира. Только другая немножко. Здесь я уже, кстати, покрошила морковку туда. Уже варим. Так, здесь что у нас? Печеньки. Вот они, земляничным. Их тортик мы с вами, не помню, делали, не делали, но как-нибудь сделаем. Надо доедать их. Ты там достаешь. А, это мак. Мак мы не будем доставать. Мак я в прошлый раз пыталась сделать вместе с вами. Вот немножко у меня не получился. Я не стала опубликовывать этот ролик. Вот. Ну все, все, ладно. Тут зима. Ах. Тут корица. Очень ароматная. Во время беременности я очень полюбила корицу. До этого я просто ее терпеть не могла, просто ненавидела. Во время беременности полюбила. Вот стала уже покупать. Наконец-то ее полюбила. А то до этого мне прям был очень противен этот запах. Мне прям плохо становилось. А именно вот во время беременности, я помню, как я шла по Ашану, почувствовала этот ароматный запах и просто начала с ума сходить. Мне так он понравился. Я думала, господи, что это так пахнет, думаю. Стала, пошла на запах, все обнюхала, нашла, поняла, что это корица. Здесь что, гороховый суп. Кстати, очень вкусный. Гороховый суп. Тут у нас желе. Вот желе я обычно, кстати, покупаю, когда чизкейк делаю. Тоже у меня лежат для чизкейка. Здесь что у нас? Еще одна корица. Корица, она, кстати, вот в Ашане продаются. Ой, раньше так было. Сейчас я не знаю, как, блин. Падает уже все. Две корицы. Да, вот она такая и такая. Все, все падает, Дима, тебе. Ой, ой, ой. Все попадало. Короче, две корицы, и одна получалась так первый раз, когда я купила, что вот тут, допустим, написано то, что это для чая, но на самом деле для чая была вот такая вот. Это какой-то оставляло осадок непонятный, какой-то противный. Вот, и она как-то их перепутали. Долгое время так было. А потом я снова купила, по-моему, вот эту уже партию, она уже как правильно, как надо. Ну, блин, что ты мне тут устроил, Дима? Ну там кошмар какой-то. Все у тебя падает и падает. Ой, все, мам, сейчас тут еще убираться. После зимы. Игрушка, да? Игрушка. Да, что тут Дима делает? Дима тут кушает абрикосик.
Это наш абрикос. У нас на даче не растет абрикос, но это наш абрикос. Когда-то очень давно я купила абрикосовое дерево, но бабуля его отказалась сажать и отдала своему сыну. И вот он наконец-то, спустя года 3-4-5, наверное, принес много абрикосов. Это первые плоды, которые я ем спустя столько лет, да. Вот. Наконец-то. Так, тут у нас борщик, мы уже его сварили почти. Чуть-чуть я сейчас доварю. И буду вот эти вот зелененькие листочки от свеклы бросать туда. Уже в последний момент чуть-чуть поварю и все. Сейчас я уже просто довариваю в надежде, что там сейчас сварится. Остальное... Чего ты плачешь? На, вкусывай. Надежда, что там сейчас доварится все. Картошка там, потому что мясо было замороженное. Картошку я забросила недавно. И все. Ну и пенка тут, да, немножко такая. Я там что-то еще бросила. Дима борщ доел. Теперь борщ себе покрошил. Сам покрошил хлебушек, да, Димочка? И теперь он кушает. Да, хлебушек кушает. Да. Да, помни. Диме я согрела молочко, но перегрела, как всегда. Что-то мне с молоком не везет никак. Да. Да, кстати, я сделала сегодня наливку. Вот такую. Да, из вишенки я делала. Да? Да. Ой, как ты кушал? Покажи. Так смешно было, как ты ел. Не успела я заснять. Большой кусок положил на ложку. Потянул, в итоге другой рукой его оттуда с ложки достал и откусил. А какой смысл было класть его на ложку, непонятно. Ну, то там уже нечего.